Что, ребят, всем здравствуйте, всем здравствуйте. Да. Сегодня мы начинаем проходить Мафию первую. Да, это не ремастерит, конечно, но хотелось бы взглянуть на классику, так сказать, на классику. Поэтому сажайтесь поудобнее. Заварьте кофейку, чайку. Покушать тоже не забудьте положить. Занимайтесь удобным для вас место. Удобное расположение. Мы начинаем. Приятного вам просмотра. О, привет! Какие-то надписи. Чем не одна и та же, блядь. Да, вот она, классика. Детектив Норман, можно мне сесть за ваш столик? Вот оно. Вот оно, классик. Простите за задержку, мне не хотелось, чтобы кто-нибудь меня заметил. Понимаете? Что вам принести, сэр? Только кофе. Сию минуту. Я не привык сидеть за одним столом с такими, как вы. У меня к вам деловое предложение, детектив. Я не бизнесмен. А если бы даже был им, то не стал бы вести дела с людьми вроде вас. Я тоже редко имею дело с людьми вашего сорта. Но мое предложение особенное. Это будет полезно вам, вашему начальству и мне самому. Речь идет о чем-то вроде сделки. Сделки? Ну, скажем, я занимаю высокое положение в одной не вполне легальной организации. Об этой организации ваши люди очень хотели бы знать больше. А у меня, с другой стороны, есть причины не хотеть... Ваш кофе, сэр. Спасибо. У меня есть веские причины желать, чтобы меня больше не причисляли к этой организации. Из этого дела очень нелегко выйти, вы понимаете? Думаю, что понял, откуда вы пришли. Ваша голова потяжелеет на пару пуль, если вы быстро не исчезнете, так? Это не единственная причина. У вас есть дети, детектив? У меня жена и дочь. И я не хочу, чтобы у них были из-за меня неприятности. Бля, все персонажи угловатые. Но я не собираюсь просто так взять под защиту бандита-макаронника. Вам нужно было подумать о своей семье раньше, поскольку я... Конечно, конечно. Слушайте, это ведь не за даром. Мы можем договориться. Вам что-нибудь говорит имя Сальери? Сальери? Чертовски много говорит. Вы как-то связаны с ним? Можно и так сказать. Я работал на него несколько лет. Теперь он хочет устранить меня. Если вы защитите мою семью, я расскажу все, что знаю. Имена, даты, банковские счета, все. Хватит, чтобы его засадить до конца жизни. Я не Санта-Клаус. Чтобы обратиться к шефу, мне нужно уже сейчас знать все. Я должен быть уверен, что в суде вы расскажете тоже. Конечно. Если вы не торопитесь, я расскажу вам обо всех делах, в которых я участвовал за эти годы. Ладно, у меня есть время. Я слушаю. И все, блядь. Ну, невозможно отказаться. Да, вот она, классика. Вот она, классика. Я ни разу не играл в «Мафию», вообще ни разу. Осень 1930 года. Ни разу не играл в классику, блядь. Вообще ни разу не играл в как так. Одно время я работал таксистом. Несмотря на то, что приходилось работать день и ночь за гроши, у меня хотя бы была работа. Ни разу не играл в «Мафию», вообще ни в какую. Шо так все подлагивает?
Были тяжелые времена, и многим приходилось похуже, чем мне. Типа не оптимизировано, что ли, здесь? Как раз такси и стало причиной моего знакомства с ребятами Сальери. Бля, все угловато. У меня был перерыв. Я только что поставил машину и вдруг услышал звук страшного удара. Сэм, ё-моё, в меня попали! Вставай, давай сюда. Здесь такси. Мы выберемся. Нормально. Стало ясно, что эти ребята хотят поскорее убраться оттуда. Поэтому я решил, что лучше помочь им, чем позволить продырявить мне башку. Шевелись, давай. Что подлагивает, я не пойму, блядь. Да уж. Куда едем? Такое. Куда угодно. Быстрее, черт подери, быстрее. Еще быстрее, чем Сэм. И я рванул. Чуть не оставил покрышки на дороге. Только бы убраться подальше от джентльменов, которые преследовали моих новых клиентов. Теперь внимательно. Нам нужно стряхнуть с хвоста. Смотри. Если не сможем, нам конец. Тебя это тоже касается. Так что жми на газ, пацан. Что ты делаешь, блядь, ёпта? Сдохни! У! Сдохни! Я вас размажу. А что они делают? Как мне их, блядь? Убей их, Сэм! Я убью тебя! Убей их, Сэм! Пристрели их, Сэм! Нам конец! Ну нет, вроде отрываемся, слушай. Нам конец! Как это не оторваться? Они бы и пешком нас догнали. Извините, блядь. Ты не можешь чуть побыстрее? Как быстрее-то ехать, блядь? Придурок, гони! Ой, блядь, ну счел. А как? Теперь слушай внимательно. Нам нужно стряхнуть с хвоста этих клоунов. Если не сможем, нам конец. Тебя это тоже касается. Так что жми на газ, пацан. Придурок, гони! А я что делал под вам, блядь, мужик? Шевелись, они все еще у нас на хвосте. Да машина сама сбрасывается. Бегись! Мое такси! Шевелись! Да у меня, блядь, долбоёб этот, нахуй. Мы тащимся медленнее трамвая. Извините, нахуй. Я тороплюсь как могу. Шевелись! Ты не можешь чуть побыстрее? Да эта хуйня не приключает. Он на второй педаль застрял, и всё. Быстрее! Твою мать, прямо езжай! Блядь, что за хуйня-то? Давай, они у нас на хвосте! Я стараюсь. Стараюсь, блядь. Шевелись, они все еще у нас на хвосте. Нам конец! Смотри, что делал. Как мне их... А как мне это пройти-то, блядь? Слушай, ты можешь?
Я тороплюсь как могу. А как? Я даже не знаю, к ней пойти. Я не хочу умирать! Мое такси! Да и прилетит к нам, как иди. Я стараюсь. Ну почему ты не едешь-то? Я убью тебя. Оно не едет, блядь. Дерьмо, блядь. Корыто ебучее. Да уж, застрянем на моменте. Теперь слушай внимательно. Нам нужно стряхнуть с хвоста эти полосы. Если не сможем, нам конец. Тебя это тоже касается, так что жми на газ, пацан. Да я жму, ты, блядь, тарантайка нихуя, блядь, не едет. Эти ослы бы нас догоняют, блядь. Хочешь сработать трубку в голове, а? Мужик, господи, хочешь, сядь сам, блядь, поеди нахуй. Заебёшь, блядь. Они сейчас еще нас догонят, блядь, я уверен. А, они же знают, где мы едем, да, блядь? Придурок, гони! Мужик, я делаю все, что мне... все, что я могу. Придурок, гони! Я делаю все, что от меня зависит, знаешь? Давай, не то нам конец! Хорошо, блядь. Делаю все, что возможно, нахуй. Ну, трендейка не едет нихуя. Я не хочу умирать! Поздравляю, я тоже, блядь. Вот видите, быстрее. Посмотрите на карту, вот они красные, блядь, мы не сдогоняют вообще на раз-два, блядь. И что мне в этом случае делать? Нам конец! Давай, давай, ну, тарантайка, езжай быстрее. Давай, не то нам конец! Я даже, блядь, не знаю, что сделать в этом случае, блядь. Медленнее, они догоняют вообще на похуй. Они в господи целом на похуй догоняют. Я не хочу умирать! Как они нас догоняют? Я ебу того рот, блядь. Ну, конечно, придурок, гони! Это нахуй, господи, блядь. Шевелись! Ебись нахуй от меня, блядь. Мое такси! Че, мне похуй на твое такси в целом, я понимаю, для сюжета. Они там встряли, окей. Отлично, все путем. Хорошая работа, брат. Теперь вези нас в бар Сальери, я покажу дорогу. Куда мне ехать? Назад? По компасу что ли мне определить? Ехать? Сейчас будет поворот для чего? Ну, сюда, здесь. Ну, блядь, это было, конечно, сложно и нет. Нужно было вилять все. Я даже навигатор никого не снят. Такое, едем прямо, блядь. Не помню мне. Даунтаун, блядь. Сторону
больше, блядь. Ну, поехали наверх. Ну да, да, приезжай, я думаю, что отсюда. Ну, мне назад ехать 100%. Кто я забрался? Куда ты ведешь, а? Сейчас ты увидишь, куда я иду. А, чего, блядь? Не пойму, по какому метке, блядь, по желтой ехать или, блядь, по синей? Прямо по этой, да, блядь? Понять, как это все работает. Конечно, в ремастере было бы попроще. Ну, это классик. А вот бар я вижу какой-то. Ну, все, я иду правильно. Значит, по компасу надо потерять. Хуярим, бля! Ух, ебать, заносимся. Налево, направо, да? Да. Но это время еще самое интересное, ребят. Что самое интересное? Это еще на время игра. Игра, блядь, что? Задание. Дрифтит еще. Мне кажется, или мы ездим кругами? Нет. Тебе кажется, мужик, тебе кажется уже, блядь. Мы кругами не ездим. Сюда короче, да. Верно, все нахуй нас упругу делать. Наконец-то приехали. Подожди здесь, друг, сам тебе кое-что передаст от мистера Сальери. Ну, таксишка как всегда, блядь. Спасибо за помощь. Да пожалуйста, ебать. Таксишка как всегда, блядь, целая. Нормально, и закурить. Ой, я, бля. А ну. Шо, блядь? Ты в курсе, что у тебя угловатое лицо, так что это не будешь выебываться, хорошо? У него хотя бы у нашего перса более-менее. У тебя тоже углы, пиздец. Два охранника похожи друг на друга, блядь.
Я так и знал, что пистолет достает и в них, да, стреляет. В этих двух. Мистер Сальери хочет поблагодарить тебя. Мы с Полли присоединяемся. Это в качестве возмещения за испорченную машину и в знак благодарности. Да, конечно, спасибо. Передайте поклон мистеру Сальери. Мистер Сальери хочет, чтобы ты знал, что он очень признателен. Если тебе что-нибудь понадобится, можешь прийти и попросить о помощи. Мистер Сальери не забывает друзей, которые помогли ему в трудную минуту. Если хочешь, мы бы могли найти для тебя работу здесь. У нас всегда есть место для хорошего парня вроде тебя. Mm-hmm. Ладно, ладно, я подумаю над этим. Спасибо. Правда, спасибо. Я лучше поеду, проверю машину и все такое. Хорошо, я понимаю. Обдумай мое предложение. Я надеюсь, ты понимаешь, что все должно остаться между нами. Будь осторожен, парень. Смотрите, только бабочка у нас, да, угловатая, как будто 3D. Остальное костюм, типа, такой более-менее. Где-то 3D, где-то нет. Ну ладно. Сюда рубашка. Когда я открыл конверт, меня чуть инфаркт не хватил. Там было куда больше, чем стоил ремонт машины. Но я даже и думать не мог об их предложении. Я не хотел иметь дело с преступниками, будь у них хоть все деньги в мире. Лучше быть бедным, но живым, чем богатым покойником, верно? Я собирался починить машину и как можно скорее забыть об этом деле. Но как любила говорить моя мама, никогда не знаешь, что Господь припас для тебя. Нормально. Бегущий человек. Пиздата. Почему бегущий? Ну, потому что бегает. Ну, логично. Логично. Эй, вы не могли бы подбросить меня до церкви? Не могу пойти бы нахуй. Ну что, я думаю, на этом все. Чисто посмотрели, что за игра. Но это... Даже не буду комментировать. Даже не буду комментировать. Спасибо за просмотр. Надеюсь, понравилось. Ну, это такое чисто, блядь, посмотреть, что за игра вообще. Что я ни разу не играл в мафию. Хотел всегда, но не играл. Да. Чисто мой первый раз в мафии. В данной игре. Что, блядь? Короче, подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик. Да, вот этот комментарий, лайк. Меня это жестко мотивирует. Очень жестко. Ну, без шуток, без сарказма всякого. Увидимся в следующей серии. Давайте.